Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Можно ли вернуть девушку, если она сказала конец нашему общению? Да, можно, конечно, вернуть. Только важный момент здесь, на мой взгляд, заключается в том, что общение не означает, так скажем, отношений. То есть, если у вас с девушкой просто общение было, то это совершенно не означает, что были отношения, скажем так. Вот. Просто вот этот аспект нужно учитывать. Обязательно. Понимаете, да? То есть, как бы, можно просто спутать эти вещи, как бы. То есть, можно перепутать эти вещи. Можно, скажем так, несколько вот смешать это, да, то есть, можно это, так скажем, неправильно как-то понять, да, можно это как-то вот не увидеть, можно это не заметить, вот, я так думаю. Вот, поэтому для начала, конечно, вот очень важно, чтобы вы как-то убедились в том, что у вас на самом деле были отношения, вот, что, убедиться, необходимо убедиться в том, что у вас, было взаимодействие такое вот. На уровне именно отношений. Вот. А если такое взаимодействие на уровне отношений у вас было, и девушка сказала, что все конец, вот, то, конечно, необходимо в первую очередь провести анализ. То есть необходимо в первую очередь разобраться с тем, да, что произошло. То есть почему девушка почему девушка вот сказала нет, из-за чего так получилось, что она сказала нет. Ба-ба-ба, то есть вот именно что называется разобраться в этой ситуации, да, потому что без причины без причины ничего не бывает. На мой взгляд, да, без причины ничего не бывает. Вот. И если вот так скажем, что-то произошло, да, если вот что-то случилось, да, если какие-то моменты, да, имели или имеют место быть, вот, то, конечно, лучше это поисследовать, вот. А чем быстрее, чем быстрее это будет сделано,
Вот. Чем быстрее это будет, так скажем, ну, произведено, да, чем быстрее у вас, ну, будет шанс разобраться в этой ситуации, вот, тем, как мне кажется, будет лучше. Вот. То есть, что здесь смущает? Вот именно смущает, что здесь? Смущает здесь в первую очередь то, что вы спрашиваете, можно ли. Вот. Ну, можно. Только нужно же ситуацию как-то понимать, да, нужно деталь знать. Вот. Нужно знать, чего вы хотите, как вы хотите, зачем вы хотите и так далее. Все это нужно учитывать, все это нужно понимать. Вот. А если мы не понимаем, с чем мы имеем дело, если мы не понимаем ситуации, если мы не понимаем, какого рода у вас отношения, да? Вот. А мы не понимаем, какого рода у вас отношения. Ну, потому что мы не понимаем в данном случае. Мы не понимаем в данном случае даже того, были ли у вас отношения. Вот. Ну, вот в таком случае помочь вам, на мой взгляд, довольно сложно. Потому что информации нет. Вот. А все равно можно помочь. Все равно можно помочь. Но пока просто вот в этом смысле нет информации, поэтому ответы здесь могут быть максимально общими, только лишь и всё. То есть максимально общий ответ. Вот, выбирайте психолога, начинайте консультироваться, я думаю, что вот, все можно решить, ну, то есть все можно рассмотреть, вот, все можно поисследовать. Но гарантии вам никто не даст, именно гарантии никто вам не даст. Вот. Что девушку вы вернете. Можно, но гарантии вам никто не даст. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь.